Отдохнуть, развлечься и научиться. Неофициальный девиз школьного лагеря 28-й школы. Педагоги делают все для того, чтобы ребятам запомнились эти осенние каникулы. Ни минуты покоя в самом лучшем смысле этого слова. Занимательные квесты, познавательные викторины и развивающие занятия. Мальчишки и девчонки 6-7 лет узнают много нового о правильном питании и здоровом образе жизни. В работе с детьми самое главное – это положительное эмоциональное настроение, чтобы дети были радостные, чтобы им было весело и интересно, чем-то заняты были во время школьных каникул. Минимум гаджетов – больше движения. Активный отдых на первом месте. Ребята качают пресс, укрепляют мышцы рук и ног в тренажерном зале, развивают координацию и гибкость на занятиях по гимнастике, соревнуются в силе и ловкости и играют в мяч со школьными друзьями. Отличное развлечение и прекрасная возможность укрепить здоровье. В нашей школе уделяется большое внимание спортивным мероприятиям. У нас проводятся такие разминки, спартакиады. Также мы хотим, чтобы наши дети были все здоровы и сильны. В школьном лагере первой гимназии созданы все условия для того, чтобы дети могли провести каникулы интересно и с пользой. Вкусное трехразовое питание, творческие конкурсы и увлекательные игры. Программа на неделю у ребят насыщенная. В рамках года исторической памяти запланированы экскурсии по городу и посещение знаковых мест. А где вкуснее кормят? Дома или в лагере? В лагере. А какие твои любимые блюда? Я люблю солдатскую кашу и котлету. А во что вы играете? Мы плетем браслеты. Такие вот. А вы их кому-то подарите? Да, дарим маме, друг другу, друзьям. Где лучше, дома, одной или в лагере с друзьями? В лагере с друзьями, конечно. Они всегда тебя поддержат, рассмешат. В Могилевской области в период осенних каникул работают 268 оздоровительных лагерей. В них активно проводят время свыше 8 тысяч мальчишек и девчонок. Для того, чтобы детский отдых не влетел родителям в копеечку, из республиканского бюджета на удешевление стоимости путевки выделено 219 тысяч рублей. Поэтому и цена вполне себе демократичная. В среднем 36,90 для ребят 6-10 лет. Плюс интересный и разнообразный досуг. Все для того, чтобы школьники вернулись на занятия с новыми силами и незабываемыми впечатлениями. Татьяна Горбач, Максим Галеонко, Бобруйск 360.